Hello, my name is Oya from D1 Corporation. I'm a general manager of D1 Grand Prix. I'm very happy to be here, and I would like to hold the event together with Sumotori Machinery Group, means Primring, next year. See you. スポンサー活動はそうですね、まあ、成績ももちろんなんですけど、普段の走行が大事だと思います。Знаете, за что выбил? За то, что мы... То, что все мы здесь собрались. Мы прорвались такой, сюда, мы такой толпой, да. Здесь в первый и не последний раз. Это главное, по-другому. Чтоб не последний раз. Ребят, я прям рад. Еее! Жека, мы с тобой. Да, я с вами. Жека у нас услуга трезвый водитель. Немаловажно в этом суетном городе. Больше кого не надо. Завтракаем. Ну вот первое утро во Владивостоке. Проснулись, быстренько умылись. Время 9 утра. На самом деле даже проспали. Сейчас едем на Примринг, на первую тренировку. Посмотрим, что к чему вообще там. Так сказать, освоимся. А потом поедем дальше по Владивостоку, по запчастям, по магазинам. Таракан ставится рядом с фейсками, проходит, открывается поздно, красиво. Уровень. Я в шоке.
Нам просто нужен пляж, где красиво ходят красивые люди, где все светится. Но это здесь, но здесь не очень светится. Еще есть там на набережной. Ясно. Спасибо. Спасибо. Что, едем на набережную? По одностороннему движению. Ну, так вышло, вы как бы извините, но выбора нет, потому что мы как бы не местные, мы можем ехать, наверное, километров 20. Ну, во-первых, конечно, спасибо огромное, что поддерживали, это реально очень круто. Ощущаете именно тот прилив эмоций, когда все трибуны вставали, аплодировали, ну и кричали. Это очень сильно подбадривает. Да, по поводу машины ничего сверхъестественного нет. Бюджет ходовки вместе со стойками, со всеми проставками, совсем 50 тысяч рублей. То есть это вместе там даже можно уложиться вместе с работой. По передней подвеске, получается, стоят сошки, рычаги, которые регулируют кастер и верхний рычаг. Сошки стоят с переносом ступицы на 3 сантиметра. Верхний рычаг ставится для того, чтобы колеса вывести развал там не в 5 градусов, максимальный развал 3-40 минут. Ну там больше 4 градусов вообще нельзя делать. Нормальный развал 3,5 градуса. 3,20-3,5. Получается, если нормальный стенд, то там меряется в минутах. В одном градусе 60 минут. По кастеру, для того, чтобы руль нормально возвращался, кастер нужно делать минимум 6,5, максимум 7. 6,40 тоже самое оптимальное. Руль очень хорошо возвращается. Стойки мягкие. Проставки на колеса 3 сантиметра и диски 9+15, для того, чтобы ничего никуда не цеплялось. 10 утра, начались тренировки у японцев. Скоро начнут группы из РТС машины тренироваться. Ну а пока вообще погода радует, пилоты лупят на все бабки. Посмотрим, что будет дальше. Мы на прибринге. Everybody.
DG5 со спичи Magic. Да, братан, я даже не знаю, что говорить, потому что я вот так вот нормально идет и идет. Да. У меня там рублей 40 есть. Ну скидывай. One second, please. Че ты падаешь? Я просто ну как бы неудобно. Как вам диски выбирать? Choose. Choose. А, дякую. Choose. No, no, no. Present for you. Спасибо. From Russia with love. Спасибо. Спасибо. And one more. Подошел к концу пятый этап. РДС. РДС. РДС Восток. Первое место занял Цареград Сапаркашев. Второе Гоча Чевчан. Ну и третий Хибина. Короче, катаемся по Владику. Вот. Встретились с парой пацанов. Местных. Сам ты снимаешь? Так, познакомились, пообщались. Небольшой нам тест, ё-моё, показали, как пацаны катаются. Забыл, что вот пидор, сука, едет на своей этой хуе. Гамо, Владивосток, from. В DSL катается. DSL это Drift Street Legal Championship, как так сказать. Вот. Там более мягкие требования регламента. И обязательно горный каркас, т.д. и т.п. Такая, скажем так, внутренняя серия соревнований внутри вот региона. Вот. И проводится на Змеинке. Мы в воскресенье на нее попадем, на этот трек. Попытаемся покататься. Вот. А так вот, в общем, просто общаемся и понимаем, что местные организаторы очень задушили стрит здесь тем, что наказывают за бардак, скажем так, на дорогах общего пользования. Ну, их можно понять, они стремятся к спорту, к уровню высокому. Это, ну, это, по сути, грамотно, адекватно. Но, с другой стороны, да, это минус, конечно, для простых пацанов, для стритеров. Они хотят кататься, блин, но не могут. Такие развязки, такие трассы, но они, может, и катаются, но ничего не снимают, ничего не выкладывают, потому что, ну, нельзя. Но, то есть, может, это последствия какие-то там принять. Такая обстановка. Катим дальше по Владику. Че, едем в китайский магазин, надо взять зарядок там, развесителей, всякой шляпы. Вот, надо еще взять большой удлинитель, чтобы мы могли заряжать свои устройства. Вот, можете увидеть, у меня 1% просто, я не знаю, как здесь находиться. По-моему, это пепси корейская. Купату будешь? Купату? Нет. Я, значит, двигаемся. Китайский магазин, брать ништяки. Ксенон за 1000 рублей. За 1000 рублей ксенон комплект. Это не Костя поехал, кстати? А, нет. Вот. И дальше на примринг. Примринг. Смотреть дальше тренировки пилотов. Сегодня квалификация. Завтра уже непосредственно сами соревнования. Я думаю, будет очень круто, потому что ребята показывают уровень уже на самих тренировочных заездах. Особенно хочу отметить японский состав дрифтеров. Есть чему стремиться и на что смотреть. Настолько позитивный город, на самом деле, очень вообще. Мне очень понравилась эта манера вождения местного, как бы местных водителей. Это просто жесть, вообще просто жесть. Если у нас на Камчатке как бы нагло ездишь, то здесь, в смысле, просто надо в 3 раза жестче это делать. В 3 раза наглее быть. Вообще, просто. Кольца здесь не главное. Здесь вообще никто ничего не главное. Здесь не нужны поворотники. Здесь гаишники тебя не тормозят. Со всеми как бы лояльно, нормально. И при этом все это как бы нормально работает. То есть с виду как бы вроде изначально теряешься. Потому что движение очень плотное. И скорость большая.
А сейчас мы привыкли и просто носимся уже на микрике. Вообще, как дома, ё-мо. Очень плохо, что во Владике, конечно, люди неблагодарные. Пропускаешь, спасибо, аварийка, тебе никто не моргнет. Мы моргаем, например. Надо пытаться передавать положительные какие-то, да, манеры, которые мы имеем, например. The coldest peak, I feel it now, I'm looking down. Your face to me, and I see red and melody. Come and back me up, what's that, baby? All my love, feel it close, it's close enough. The greatest view, the greatest view is you, babe. Приезжайте к нам участвовать. Надо тренироваться, не надо строить тачки. Надо на том, что есть, на том и наваливать. Строители – это строители, а дрифтеры – они дубасят постоянно. Я считаю, что нам это по силам. Модель Декканова, оно, не варисика, наверное. Ты потом, хочу Марину Козева, куракарай. Один из известнейших шоуменов и дрифтеров D1GP – Кенда Мура! Ребят, спасибо! Чички!
Все, спасибо, да? Надеюсь, будет классный дрифт. Спасибо! Давай, Кен! Технические решения.
Вот ручник, на ручнике сразу бачок расширительный стоит. Ну, соответственно, под один контур. Удобно. Бля, вот эта мясная тачка Кавабата, вообще стелит. Он попробовал Good Ride, да, 265-й, допустим. Ну, его дохуя. Он просто, ты можешь просто качнуть ее, все, у тебя держак сразу уйдет. Надо тебе держака добавить, скорости добавить и спустил колеса. То есть и все, в смысле, это прям стабильная тема, все ходят, давление проверяют. То есть круг проехал, проверил давление. То есть чтобы у тебя, ну, кто-то, допустим, привык на двушке посмотреть, все, у него на холоду, на горячую всегда двушка. То есть должна быть двушка. Конечно, привет Камчатке, развивайте дрифт, и у вас тоже могут быть такие мероприятия. Организация здесь.
GS. Познакомились, короче, с ребятами с GS. Во-первых, купили гумовую сцепу. Наконец-то он себе купил новую лицо, керамику. Новую улыбочку. Да, все, новая керамика. Вот он в магазине купил сам. На нем никто не заработал. На нем никто не наварился. Ему никто не впарил бэушное говно. Все, он купил в магазине.